ждут все профессиональные ивентеры. Настал момент сказать вам «Добрый вечер, друзья!» Очень приятно, что кто-то отодвинул свои прохладительные алкогольные напитки и здесь уже рядом с нами перед главной сценой. Хочется называть сегодня всех друзьями. Поверьте, мы живем в той стране и в таком городе, в котором мы не конкуренты друг другу. Мы коллеги, братья и сестры. Поэтому, братья и сестры, позвольте приветствовать вас на очередном знаковом событии под названием «Event Revolution 2011». Но прежде чем это произойдет, вы сами понимаете, у любого события есть официальное начало. Добавим должного пафоса. Позвольте под ваши несмолкающие овации пригласить на эту сцену генерального директора компании Party System, руководителя портала partyinfo.ru Дениса Евдокимова. Я очень рад, что вы все сегодня пришли. Я очень рад, что вы сможете познакомиться друг с другом, вы сможете увидеть какие-то новые интересные идеи для ваших мероприятий. Спасибо вам. Я вас всех люблю и да пусть наступит Event Revolution. Спасибо. Как вам сегодняшний вечер? Отлично! С какой компанией вы к нам приехали? Компания «Автор», «Пиньета», «Бренд Эвенс», «Золер», «Кристина». Как вам вообще сегодня? Полезно было? Интересно? Очень интересно. Мы сегодня были сейчас с открытия, прослушали все лекции, было очень интересно. А в конце вообще нам ждал сюрприз. Очень много людей, много интересных знакомств, и было здорово. Замечательно. Я считаю, что для каждого артиста нужен хороший менеджер, потому что один человек не может все делать сам. Нужна помощь. Он должен быть локомотивом, а вся дирекция, директора, гастрольные директора, именно помогать ему душой. Это самое главное. Сегодня, мне кажется, очень уникальное мероприятие. Такая задорная атмосфера. Чувствуется такой позитив и хорошее настроение. Шоу-программа просто шикарная, девочки выступают, это просто что-то. Шикарное выступление, шикарная программа, обслуживание, я доволен всем, лично я доволен всем. Итак, портал PartyInfo для вас. Для нас это источник новой информации, постоянно новые артисты, новые подрядчики. Это помощь в организации наших мероприятий, это вообще Библия. Я считаю, что PartyInfo это number one, реально, без лести, реально, который в маркетинге ивентерском делает цифру номер один. Потому что выше PartyInfo, сейчас наблюдая за тем, что происходит, я не вижу. Великолепный ресурс, который набирает силу и становится одним из самых популярных интернет-порталов. Так что я считаю, это великолепный инструмент для работы ивентеров. Много информации, и я надеюсь, что мы будем сотрудничать.
более тесно. Скажите, пожалуйста, вот нам очень нравится пати-инфо, а чем вам нравится пати-инфо? Вы знаете, я хотел бы сказать, что это очень грамотный сайт, в общем-то, респект организаторам, потому что они сделали невозможное. До этого на рынке ивент-услуг не было, по сути, такой конторы, все были артисты, грубо говоря, разрозненные. Здесь, мало того, что они организуют достаточно регулярно приятные мероприятия, вокруг которых собирают всех ивент-менеджеров, они могут... Во-вторых, мы видим тот продукт, который есть, и зачастую ныряем регулярно на ваш сайт и понимаем прекрасно, что они помогают нам жить, они помогают нам быть в курсе новых тенденций и вообще как-то чувствовать рынок, потому что каждый день появляется все новое и новое, а рынок, он достаточно неактивен, мало-мало новых, мы идем по кругу, а Патинфо помогает нам не ходить по кругу, а находить новых каких-то звезд, рекомендовать и, в общем-то, сделать наш бизнес интересным и достаточно продвинутым, за что большое спасибо. И мы говорим, что сегодня та ситуация, когда молодежь, молодые ребята-артисты выходят на сцену, а на каждого купца есть свой товар, а у товара есть свой купец. И я сегодня так наблюдаю за всем происходящим. Очень милая атмосфера, добрая, теплая, творческая, самое главное, творческая. И это, наверное, кому-то надо. Кому-то надо на праздниках, кому-то надо на больших каких-то событиях, кому-то надо в концертах. И когда вот так ребята знакомятся с теми, кто имеет на это право и возможность, и потом визитки, телефонные звонки, и артист становится популярным. Поэтому огромное спасибо, наверное, всем артистам прежде всего за то, что они выходили на эту сцену. А второе, наверное, купцам, которые устроили подобное мероприятие. И надо дружить. И дай Бог нам всем выходить на сцену, чтобы нас видела публика, любила и несла цветы и аплодировала. Слаженный коллектив профессионалов, любящих и знающих свое дело. Мы предлагаем 4 основных направления. Фотосъемка, видеосъемка, выездная фотостудия, сопровождение в путешествиях. Хотелось бы мне там работать.